Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Вкусно крик разнос, эхо кваса, закамский высший брат. Перед началом данного ролика хочу объявить трех победителей на три аксессуара. Отпишите, ребят, мне в инстаграме, ссылочка есть в описании. А мы переходим к ролику. Салам алейкум, ребят, с вами Шторм. И сегодня, ребят, мы будем играть с вами в казино на Arizona RP. Точнее, я покажу вам нарезку со стрима, как мы сыграли с вами на все деньги, как я и шел ва-банк, как все было, короче, сегодня вы увидите. Но перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк. У меня следующая цель 2000 сабов, поэтому, пожалуйста, давайте добьем эту цифру. Я в вас верю. Каждый мой подписчик это мой кент, поэтому поехали. Все, что вы сейчас будете видеть в этом ролике, происходило на моем стриме, поэтому можете заходить на мои стримы. Там я разыгрываю очень много денег, плюшек разных, поэтому все зависит от актива. Ну, а мы переходим к ролику. Ребят, подписываемся, ставим лайки, ребят. Сейчас я Иглу обещал сыграть 100 тысяч, поэтому играем. А если я зарегаюсь на твой ник, что это мне даст? Он даст тебе, смотри... возвращаю рефералом 300 тысяч. Я бы поставил, конечно, вам и по 500к возвращать, но тут вот видите максимум 300 тысяч, поэтому я возвращаю 300 косарей своим рефералом. Кстати, вот мои рефералы, спасибо вам большое, ребят. Очень мало, конечно, но всем спасибо, кто регается. Покупаем 30 тысяч. Играем. Вот третий. Кидаю 50к, ребят, играем. Проиграли. Минус 50к, игл. Сейчас я еще куплю. Играем. 15 тысяч играем. Поехали. Так, в принципе, мы в нуле. Что, кидаем еще раз? Еще раз? Блядь. Ну зачем? Ой. Зачем я сейчас скинул? Зачем я еще раз скинул? Надо было остановиться, ребят. Ладно, го. Го. Сливать так сливать. Сливаем так сливаем. Ничья с двойкой, а не с тройкой. Ну, сейчас, кстати, рандом будет. Вот сейчас после этого рандом. Проиграли. Минус сотка, ребят. Игл, давай еще. Что, ребят, играем еще на 50к? Игл. Давай. Ничья. Азарт, азарт в крови. Казино, я тебя люблю. Ну, если проигрываю, вот сейчас точно ухожу, ребят. Потому... Вася, ну ты пиздобол, Вася. Что это, трэш? Кто тут на 50к? 684 играет? Надо с каким-то другим чуваком сыграть, а то... Вот, 618, например. Так, плюс 50. Мы сколько там в минусе были? На 150 тысяч, а еще сотка еще в минусе, да? Сотка в минусе. Играем еще раз. Тут все понятно. Двойка сейчас или тройка, или что-то еще вообще дропнется, поэтому. Эх, ладно, минус 50к. Гулять так гулять по-полному. А нет, я вообще. Ну, шестерка ничего. Ну вы понимаете, ребят, что тут. Вы понимаете, ребят, что тут происходит. С пятеркой проиграть. С пятеркой. Надо 150 тысяч еще поднять. Еще 150 тысяч поднять надо. 100 тысяч поднять надо. 100 тысяч, ребят. 100 тысяч поднять надо. 100 тысяч. 50 тысяч поднять надо. 50 тысяч. Одну победу. Одну победу. Пожалуйста. Почему? Две победы надо. Две победы. Господи. Смотрите, ему сейчас шестерка дропалась. Три победы. Ребят, это трэш, это полный трэш. Мы сливаем.
Две победы, две победы, две победы. Давайте. Булка, здорово. Две победы, две победы. Пожалуйста, господи. Одна победа, мы уходим, ребят. Напоминаю, добиваем 1000 на стриме. Я разыграю 4 ляма, если они у меня еще останутся. 50к, ребят. Пожалуйста, блин. Сука, ну почему? Здорово, привет, может ты будешь еще играть на Аризоне, Брайтбург, я буду... Нет, в тачке я на Брайтбурге не играю. Две победы надо. 50 тысяч. Одна победа, одна победа. ВК еще пока что нет, пока что нет ВК. Павлова, Брайтбурга. Ну, господи, одну победу дай мне. Ну почему так сложно, я отвечаю. Одну победу, ребят. Точнее, две уже. Это трэш. Ну, скорее всего, сейчас будет слив. Скорее всего, сейчас будет слив, ребят. С четверкой, ничья. Прожмите лайкос, ребят. Слив. Сколько там? 100 тысяч. Три победы надо. Ну, я уже не верю тупо. Две победы, давай, тихо. Боги, казино, прошу, прошу. С пятеркой ничья, это пиздец. Это трэш. Казино, крутяк. Две победы, или три, сколько там, две победы вроде. Две победы, пожалуйста, две. Ра, давай. Ну, что за качели, господи. Наушник выпал. Ну, принимай. Ну, все. Слив, ребят. Шестерка, ничья. Казино со штормом. Новая рубрика. Почему у меня четверка, ничья? Что за бред? Давай. Hello, touch me, my love. Мне страшно. Давайте, давайте вот так попробуем тактику вот эту. Перезайти в казино. Беги, пока можешь, беги, давайте, ребят. Ну это что для контента для вас, я потом с этого ролик сделаю тупо для вас, поэтому контент заслуживает, давайте так, заслуживает уважения. Плюс 50, 300 тысяч фишек, 300 тысяч фишек. Господи, как я это рентген не включил. Ничья. Триста пятьдесят тысяч. 600 тысяч фишек делаем, ухожу. Ого. Проиграл. Так. А тут Назарчик, он хитрый чувачок. Он сначала ко мне, типа, подлизывался, типа, давай тащи. Я сейчас увидел, что этот чувачок выигрывает, он к нему пошел. Хитрец. Так. Казино топ. Да, Димончик, казино. Проиграл. Сколько у нас фишек, ребят? 50, 100, 250. Мы в нуле. 300 тысяч. Ты плюс один. Плюс один. Плюс два. Я хочу раздеть, пацаны. Я знаю, что у меня не получится, но я хочу раздеть. Плюс три. Жестко, жестко. Чуть маска не слетела. Ну, сейчас все пойдет, как говорится. 5 тысяч я не играю, братанчик. 50 тысяч. Плюс 4. Шо? Вам никто не предлагал. Ну, все пошло по наклону. Так, сколько у нас фишек? Давайте посчитаем. 100, 200, 300, 400, 450. 150 тысяч фишек делаю. Подождите, 450 фишек это сколько? Одна фишка 80 баксов. Нужно, короче, 3 раза подряд выиграть. Окей, поехали. 4 раза выиграть надо. 3 раза выиграть надо. 3 раза выиграть. Ну, этот чувак убежал, типа, или что? Где он? Он убежал. 100, 200, 300, 400, 450.
Убил. Проиграли. 4 раза выиграть надо. Ребят, казино зло. 3 раза надо выиграть. Пусть он тому выиграет, а мне проигрывает. Давай. Почему же ничья? Ну, что... Тихо. Не выражайтесь, пожалуйста. Не выражайтесь. Давайте. Сколько там раз? 4 опять. Да господи, что за качели? Что за качели? Куда мне убегать? Назад пути нет. 3 раза. Давай, пожалуйста. 3. Точнее, 2 или 3. Сколько? Я уже сбился, ребят. Что го? Дима, я не видел, что го. Слив сейчас будет. Слава Украине, давай. Шестерка, ничья, что за бред. Уф. Играем. Два раза, я ухожу. Два раза. Давай. Один раз. Давай, один раз. Пожалуйста, боги сампа, прошу вас. Один разочек. А вы мне что там говорили? Уходи. Пацаны, я ж знаю, я ж проверенный. Я ж знаю, пацаны, я ж самп, one love team. На 600 тысяч. 48, я даже в плюс ушел еще, значит, на 4 миллиона. Ну что, ребят, если вам понравился этот ролик, то поставь лайк, подпишись на канал. Каждый мой подписчик мой кент, я еще раз это напоминаю и буду напоминать всегда, и я люблю своих подписчиков. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был Шторм, рассказывайте друзьям, всем спасибо, всем пока.